Приветствую вас, дамы и господа, зрители моего канала, подписчики. Меня зовут Николай Чурлих, я психолог, организатор, идейный вдохновитель Международного центра психологической помощи людям в трудных кризисных ситуациях. Итак, это первое видео, и, в общем, я его хотел сделать, знаете, таким сложным, правильным, отточенным, написал сценарий, выбрал вот эту вот фактуру, спасательная вышка, ну правильно, в некотором роде я чувствую себя именно тем спасателем, этим я занимаюсь 15 лет, помогаю людям с зависимостями, разными зависимостями, стать свободными. Ребят, поддержите мой канал лайками, комментариями, поделитесь этим видео с теми людьми, кто еще употребляет психоактивные вещества, потому что совсем скоро здесь на канале я буду рассказывать о своем опыте выхода из зависимости, о своем опыте помощи людям, о разных ситуациях. В сторисах я планирую выпускать различные техники, которые помогут людям войти в трезвость, развивать свою трезвость. Итак, поехали. 15 лет я работаю с зависимостями. Я сам 11 лет употреблял все, что горит, все, что вводится разными путями в организм и меняет сознание. В общем, я знаю все про всю запрещенку и знаю, как это употреблять, и я знаю, как оставаться свободным от этого. Отказаться от употребления даже табака – это шаг, всего лишь простой шаг. Это не то, что вам говорят, что это сложно, что зависимость тяжелая, хроническое, прогрессирующее заболевание, которое характеризуется полной или частичной потерей контроля над собой и своей жизнью и заканчивается неизбежной смертью больного. Ёбаный свет! Хватит, хватит! Именно такие установки используют государственные медицинские организации в странах, где хотят подавить свободу человека. За 15 лет моей работы я перестал это использовать. И, в общем-то, я когда сам начал трезветь, я понял, что, блядь, ну это нахуй не вариант вообще-то. Ну как это так? Ну нахуй тогда лечиться? И я предполагаю, что огромное количество зависимых, которые погибли, и погибли они в результате использования государственными медицинскими организациями и Всемирной организацией ВОЗ такого понятия, как диагноз зависимость. В общем-то, это вы можете найти, долго на это распыляться я не буду и не хочу. Здесь канал о свободе. Ребята, пожалуйста, подписывайтесь, поделитесь видео. Обнимаю всех, всем своим сердцем. Совсем скоро новое видео. Ребят, благодарю вас за внимание. Welcome! Сейчас сколько-то там времени, позднюю ночь, ребята, всем привет, монтирую видео, это будет баннер, сейчас еще кое-что покажу. Это аналитика YouTube за последние 28 дней, плюс 100 новых подписчиков, ребят, за месяц это хорошие результаты, и показатели сегодняшнего дня, последних 48 часов вернее, 4375 просмотров за последние 48 часов. А это наша с вами группа, ребята. Ну, короче, все будет классно.